В Институте международных отношений стартовала Всероссийская студенческая конференция. Тема мероприятия – политика и религия. Гражданская идентичность мусульманской молодежи как фактор стабильного развития государства и общества. Когда мы ценности других религий говорим представителям не мусульманам, не православиям, например, да, или не иудеям, а в общесветске, есть ведь же люди, которые еще, так скажем, нейтральны к религии. Поэтому вот это очень ценно. Так, чтобы мы никого не обращаем ни в ислам, ни в православие, ни в иудаизм, но говорим, доводим эти ценности древних религий, данных нам и подаренных Богом. По словам участников конференции, многим мусульманам в современном мире сложно сочетать повседневную жизнь с традициями. Однако, несмотря на это, все больше людей начинает приобщаться к религии с малых лет. В рамках конференции участники обсудили самоопределение, экстремизм, взаимодействие с представителями других религий и влияние развития технологий на доступность ислама. Однако затронули и острые вопросы. Одна из основных проблем, которая становится причиной конфликтов среди мусульман, разная интерпретация исламского учения. В рамках мазхабов есть как такие разногласия, разночтения касаемо разных моментов. Те же самые, кто-то из великих ученых, основателей мазхабов, трактовал один хадис по-другому, а другой, например, трактовал совершенно по-другому. Это ни в коем случае не говорит о том, что кто-то прав, кто-то не прав. Все они были правы. Мероприятие завершится 25 ноября. Помимо очного формата, участники смогут послушать докладчиков онлайн в Zoom-конференции. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.